Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Devil May Cry. Ждет нас сегодня миссия номер 12, которая называется «В осаде». Одно очко у нас есть на улучшение, ключей нет. Давайте начинать. I'm stuck in limbo. I can't stop them from here. Yes, you can. I spray, you bring the roof down. There. Now pull it. Так, ну-ка. Давайте попробуем. Есть, отлично. Do it again. Quick, the ghouls in there. Okay, same again. Hurry. Ну зачем бедных полиционеров-то убивать? Okay? Yeah. Так. Ну, могли бы и здесь, на самом деле, пройти уже давно. Странно. Зачем мы там блокировали? Let's давайте. Go. Ну? Ух ты, старый тоннель. В натуре старый. Давайте пойдем. Do you know where this goes? I know this place, like the back of my hand. Иногда хорошо знать, как свои пять пальцев. Так, ну давайте опять. Оп. Пошли дальше. Какие-то ворота опять. Так, тут закрыто. Ну давайте сюда. Что-то у меня такое ощущение, что там сейчас будут полицейские стоять. С той стороны. Опа. Так, ну пошли дальше. Опа-па. Так, она спряталась. Отлично, молодец. Интересная тактика. Ну что, пошли. You okay, Cat? Yeah, I'm okay. Что это за старый тоннель, по которому ходят все подряд? Какие-то здоровые здания здесь на самом деле. Так, опять коды. Так, ну что, сюда, наверное. Что интересно в этих коробках? О, сволочи. Круто. Ну давай, давай. А, свалить на него шкаф. Интересная тема. Так, ну что, пошли. А там же был не один. Right now we've got to find Virgil. Да, точно надо найти. Пошли дальше. Пипец, тоннельчики вообще жуткие. Так, кто тут у нас? Никого. Опять открываем. Так, а вот здесь еще что-нибудь, наверное, будет интересненькое. Там вот я вижу дверь какая-то прикольная. А, это комната Вергилия как раз. Его кабинет. Так, совет для продвинутых игроков. Мясник с лезвиями, используя
тщательно рассчитанные по времени удары лезвия мясника можно парировать, направив их обратно против самого мясника, сделав его уязвимым. Окей. Так, только еще бы знать, как парировать, и вообще было бы зашибись. Давайте мы его по старинке попробуем загасить. На тебе, по пузу, толстопузу. Готов, красавчик. Thank you, Dante. Cat, you're still alive. Is there a way out of here? Yes, there's an emergency gate. I'll take you there. Let's go. No, not yet. What? There are terabytes of sensitive data here. We cannot let them get their hands on it. What does it matter? They'll know everything about our plans. If they get their hands on that data, everything that I've worked for will be for nothing. Cat, arm self-destruct. I can't do it from limbo. The demons are breaking in. Ну, это не совсем демоны. Time, Dante. Shit. Cat, do it now. This won't take long, Cat. I'll help you. Так. How long do you guys need? Not long. A couple of minutes. Так, ну мы можем шипингануть что-нибудь. Так, что у нас есть еще интересненького? Стрельба, ливень. Интересная тема. Давайте возьмем. Назад. Ну что? Ну что, где эти красавцы? Непонятно, да? А, вот уже пошло. Ну что, давайте. Так, давайте все в кучку. Прикольно, мне нравится. Вот он всем. Блин, жесть. Готов. Опа, тут еще подъехали. Блин. Надо толстопуза первого завалить. Так, один готов. Ну, с этим, я думаю, что можно справиться, в принципе. Так, есть еще один. Ах ты, гад! Так, есть еще один. Так, уходим. Фух. Тут еще какие-то. Что это за порождение гнева? Давайте попробуем их вот таким вот образом. Всех в кучу, как стадо.
Готово. Кто еще? Что это? Все, я от этого не уйду. Это нужно было пистолетами стрелять. Hey, Dante. It might help. Что это? Так, разблокировано новое оружие, воскресший. Окей. Прикольно. Ух ты! Так, и что делать-то надо? Блин. Так, стадо, давайте все в кучку. Куда, куда? Куда расходитесь? Все стадо. Вы слышите меня, бандерлоги? Да, мы слышим тебя, Ко. Что это? О, бог мой. Ну ты сволочь, ждите. Да, конечно. Почему хпшки не восстанавливаются? Так. Прикольно. Так, ну а этих как со стадом? Так, кто следующий? Блин. Когда же вы кончитесь-то? Но пушечка прикольная, мне тоже понравилась. Прям такие пираты Карибского моря. Т.
Так, ну что, давайте поместимся. Так, давайте все массово встали в ряд. Это наш большой отряд. Что, кто еще? Где эти чуваки? I just need a minute longer to grab what I can from the servers. You're putting her in danger. It's okay, Dante. This is important. О, бог мой. This doesn't look good. Так, ну что, иди сюда. Так, мне кажется, надо бегать от тебя в таком состоянии. Класс. Нет, ну это не тот вариант, который нам нужен. Блин, сволочи, зачем они ее убили? Печальный конец. Ну, а мы с вами прошли миссию. Да, очень печально. Такая прикольная кэт была. Взяли ее, убили. Завершение 100% у нас. Очки стиля D, время D. Финальный счет C. О, чудо. Улучшение 2 штучки. Отлично. Улучшимся с вами в следующий раз. Нас будет ждать аж 13-я миссия, которая называется «Дьявольское увлечение». Продолжим с вами в следующий раз. Приходите еще, будет много всего интересного. Пока-пока.